Гражданочка, позвольте. Ой! Товарищ милиционер, помогите, пожалуйста. Что случилось? Вот соседний купе рядом со мной, вот творится что-то невероятное. Я не так, просто шум непереносимый. Бьют бутылки, какие-то песни блатотные поют. Там некое хулиганье. Слушайте, мне кажется, яны там пьют. Так, а ну-ка пройдемте. Пройдемте, а не утон купе. А я имею право. Кто? Во-во, они. О, Колян, принес? Ну? Тебя только за сбиржу посылать. Принес нет. Ну а как же? Давай, а я тебе говорю, я имею право. А я тебе говорю. Так, сейчас будем разбираться.